Один из проектов специальной экономической зоны «Кызылжар» в июне 2021 года свою работу начнет Петропавловский электротехнический завод. Около 8 миллиардов инвестиций в него вкладывает крупнейшая казахстанская компания «Алагиум Электрик». Готовую продукцию предприятия будет продавать в страны СНГ. Наша съемочная группа побывала на объекте, чтобы узнать, какие там сейчас ведутся работы. В период пандемии сложно было с самого начала найти рабочую силу здесь, именно в Петропавловске. Нелегко было найти. Но в данный момент мы уже набрали штат сотрудников полностью. 150 человек в данный момент здесь трудятся, работают. И в порядке 20 спецтехник работают на данный момент. Отставание от графика нагнали. Сейчас пришла очередь монтажных работ. На этом этапе уже можно смело сказать, что здание преобразилось. Его реконструкцию начали в мае прошлого года. На 17 тысячах квадратных метров когда-то заброшенного склада разместятся 5 цехов для изготовления современного и качественного электротехнического оборудования. Реализация проекта была основана на поставку электрооборудования в страны СНГ. Общая сумма инвестиций по этому проекту составляет порядка 10 миллиардов тенге. Из них получается свыше 2,5 миллиардов. Это за счет бюджетных средств в рамках специальной экономической зоны. Остальные финансированы за счет инвестора. Порядка уже 7 миллиардов уже освоено. Завод откроется в июне. Сейчас компания ждет основную часть оборудования из Европы. 300 работников будут трудиться на станках из Швейцарии, Германии и не только. Обучат местных специалистов иностранные эксперты. В этом году завод изготовит 3000 трансформаторов. На 10 тысяч больше предприятие будет выпускать их в 2022 году. Именно тогда производство и выйдет на полную мощность. Дарья Пышминцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.